Милки, с вами Милки. Салам алейкум, братанчики, с вами Бестик. Что вы понимали, сегодня с нами Милка, как вы уже поняли. И сегодня я задоначу ей на аккаунт целых 5000 реальных рублей, для того, чтобы посмотреть, на что же она их потратит. Че, уже план там, сценарий, вот это все написала? Нет. Ну ладно, будем смотреть по факту. И это тормози, братишка, если вдруг ты хочешь поиграть на проекте вместе с нами, то просто скачивай игру по ссылочке в описании, залетай на сервачок Гавайи. После захода вводи промокод хэштег Бестик. Ну и видя его, ты абсолютно бесплатно получишь 120 тысяч, ну а также спорткар Nissan GTR. Чтоб ты понимала, я уже заранее создал аккаунт, туда задонатил бабосы, ну и чё, не будем медлить, как бы нужно туда заходить. Кнейм у тебя, короче, будет Диана Балова, все отлично, залетаем на сервачок Техас. Не знаю, почему именно Техас, но я решил туда залететь. Как вы видите, аккаунт уже зарегистрирован, мы сюда залетаем, Попытка номер 2, о, все отлично, залетели, это нам ничего не надо. Как вы видите, у нас сейчас абсолютно пустой аккаунт, как бы скин вот такой бомжихе, 250 рублей на балике, по статистике у нас первый игровой уровень, возраст 21 и состояние счета 5000 донат рублей. Ну, 5000 это так-то маленькая сумма, хотя на онлайн РП можно прям нормально развить этот аккаунт за эти бабки. И чё, давай начинай, что делаем первым делом? Покупаем тачку, ну давай сначала в донейт как бы перейдем, может все лицензии там нужно купить или что-то еще. Все лицензии приобретаем, да? Окей, все, приобрести. И теперь, как ты сказала, едем в автосалон сразу, да? И потом уже решим, я как бы уже арендовал наш скутер, ты, кстати, забыла про мой промокод сказать. А, да, давай вводи промокод хэштег Бестик. Да, да, обязательно вводим хэштег Бестик, и с него при достижении третьего уровня мы получим 120 тысяч и Nissan GTR. Мы сразу получили, все отлично. Так нечестно, какой третий уровень, бля? Мы можем как бы за донат за 1000 рублей купить третий уровень надо. И получить 100 тысяч, вообще идеально, да? Невыгодное вложение. Ну так-то да, правильно. Можно сейчас, кстати, заехать на авторынок, посмотреть купончики, возможно, есть. Хотя, в принципе, мы покупаем не особо дорогие тачки, мне кажется, они не сыграют большой роли. Угу. Ладно, все, короче, мы пригнали к автосалону, мы будем смотреть реальные машины или обычные классические? Реально. Окей, Real Cars залетаем, 320 тысяч, есть и такая Audi, давай выбирай вообще, какую машину мы будем покупать. Ну, у нас 4750 доната, это где-то 6,5 миллионов. Ну, можно сделать, почему бы и нет. На кабриолете чисто. Не, кабриолет реально бомбовый, как бы можно будет, если что, его прокачать. То есть вот эту бэху, да, покупаем, да. Е90-ю, кабриолет. Окей, сейчас нажимаем на плюсик, переводим 1600 рублей, получаем лям 900, все, приобретаем, в белом цвете случайно купил. Но ничего страшного, если что, как бы в автосалоне, да в каком автосалоне, в тюнинг-ателье ее покрасим. Не, ну так-то тачка прикольная, мне нравится. Че, куда дальше едем? Купать скинчик тянки. Ага, то есть сначала скинчик, ну ладно, окей, поехали. Надо было сразу тачку в розовый красить, чтобы было понятно, что да как. Ладно, все, короче, вот магазин одежды, забегаем всего за 1 бакс. Да. И давай сейчас подлетаем на наш вот этот вот чекпоинт. Вы хотите перейти? Да, хотим перейти. Так, это точно не наш вариант. А, тебе самый дорогой скин нравится, да? Ну, он такой прям, типа вот это вот. Вот прям на под... На пафосе такая чисто. Под эту бэху прям, да, которого подходит? Дочка там какого-то богатенького дядьки. Ага, а эти, то есть, не дочки богатенького дядьки, но да? Ну, она вот от нее прям вот такой вайб веет, я не знаю. Ага, вайб веет, поняли? Остальные все какие-то придурочные обезьяны, вот, да? Вот эту давай, которая самая дорогая. Самая дорогая за 645 тысяч. Ну, я знаю то, что ты любишь как бы покупать все самое дорогое. Давай, 444 рубля переведем, 645 тысяч, все отлично, покупаем, заменяем. И, в принципе, отлично. Как-то странно этот скин сзади у нас выглядит, но спереди симпатично, стой по-братски. Не-не-не, брат, какой стой? Не-не, давай, до свидания. Просто считай, вот мы уже подъехали, вот у нас центральный рынок. Сейчас мы на всякий случай где-то вот тут поставим нашу тачку, ее припаркуем, потому что она может выгрузиться и как бы пропасть, а нам этого не надо. И теперь что, побежали выбирать вообще, что мы будем покупать? Ну, потому что там нету зеленой зоны, у нас 2700 доната еще осталось, нифига себе. Чтоб ты понимала, на этом сервере абсолютно все лавки вот так вот забиты, именно из-за этого я как бы залетел
полный Техас. Нам вообще нужны какие-то дорогие аксессуары или такие более-менее красивые. Блин, пока что ничего особо интересного мы тут не находим. Кстати, есть AirPods Max, типа она их как наушники носит. О, давай. Давай, прикупим их сразу, посмотрим, как они будут выглядеть. Залетаем. Эй, куда? В инвентарь, короче, залетаем, их надеваем. И как-то вот так это все выглядит. Ну да, кстати, довольно-таки нормально. Есть алмазная кирка на спине, что-то такое. Нет, ее образ это не подходит. Нам нужна именно сумочка какая-то, да? Ну, что-то типа такого. Вообще есть крылья на спине за 2 миллиона. Можно вот еще прикупить типа серебряные часы. 1000 рублей они всего стоят, точнее, $1000. Давай их наденем. Ну кстати, прикольно, прикольно выглядят. Вот ей прям сумочки не хватает. Но я пытаюсь найти какую-то сумочку. Есть огромная сумка Supreme, вот как спортивные сумки, сзади она будет выглядеть. О, нет. Вот именно, я и хочу найти какую-то маленькую сумочку, а их тут нету нифига. В итоге, ребят, короче, нифига мы тут не нашли ни сумку Gucci, ни сумку Louis Vuitton, поэтому погнали к магазину аксессуаров. Чтоб ты понимал, он вот тут вот находился. Прям вот тут вот, вот он, наш магазин аксессуаров. Все, забегаем сюда. И ты мне все это время мозги пудрил, да? Угу. Переходим, короче, сейчас к сумке. Ага, вот сумка Supreme, и вот такие вот сумки есть. А, че, вообще говно какое-то. А по поводу крыльев ты вроде поменяла свое это мнение, не? Ну нет, я не хочу для этого персонажа делать крылья. Но нам нужно же на спину что-то не накинуть. Не надо, все. Готов. Типа так оставим? Да. Хорошо, ладно, окей. Там аптеку продают за 20 лямов, купим? Нет, у нас нет столько денег. Ну блин, ладно. Едем тачку прокачивать. Ну сейчас мы сначала до нее хотя бы добежим. Вот она, наша красотка стоит. Это что за бестия? ЛК. Эй, еще раз, ЛК, все, садимся в нее. Ну и едем в СТОшку, где красить машину и нитро ставить, да? Да. Все, окей, поехали. Ты чё мою машину бьешь? Да все нормально, меня случайно занесло. Так, все, короче, отлично, мы приехали. Первым делом нам нужно будет ее перекрасить. Давай, цвет какой будем ставить, выбирай. Ой, это походу долго будет. Выбрала Мила вот такой вот красный или это малиновый какой-то цвет. Давай нитросик также сюда поставим. И в принципе, кстати, симпатично прям выглядит. У тебя вкус все-таки есть, да? Ладно, все, хорошо, машина у нас как бы готова. Перформанс тюнинг нам вообще нужен на нее? Нет, давай лучше дом. Окей, какой дом? Есть коттеджи, есть обычный маленький дом, есть дом на дереве. Коттедж. Коттедж большой, да, который у нас был с гаражом туда-сюда? Да. Ну окей, значит едем мы сейчас в Лас-Вентурас, потому что там у нас нормальные домики продаются. И кстати, мы знаешь, что забыли? Заехать в какой-то магазин, купить телефон себе, симку, вот это все. Просто уже капот отлетел даже. Ну бывает, бывает. Короче, сейчас заедем ее вот тут вот починим. Она у меня уже битая. Да ничего страшного, блин, это тебе нереальная жизнь же. Ничего не знаю. Это BMW, она должна быть битая, в любом случае. Ладно, все, короче, забегаем сейчас в наш магазин. Какой телефон iPhone покупаем? iPhone, да? По-любому. Да. Ну, по-любому, у такой мадам как бы должен быть iPhone. Мобильные телефоны, iPhone стоит 60 тысяч, приобретаем. Также сейчас всякими аптечками, ремками закупаемся. На всякий случай, для тебя, да. Ну, в смысле для меня, ты же водить не умеешь, я-то умею, я профессиональный водитель, ё-моё. Цветы также куплю, чтобы хотя бы ты себе их купила. Да, то никто не покупает. Ну да, бывает такое, бывает. Не, ну кстати, смотри, цветы дополняют ее образ, да? Ну, кстати, да. Ладно, все, запрыгиваем сейчас нашу тачку и едем к нашим коттеджам выбирать себе домик, какой мы будем покупать. Ну да, почему бы нет, как бы, почему бы не собрать все столбы? А чё, нельзя? У вас запрет какой-то на это или что? Смотри, у тебя машина еще и летать умеет. Чувство на целое не доедет. Да все, мы уже почти приехали. Вот, короче, смотри, наши коттеджи, ема, они что тут все заняты? Да почему обломал? Я в шоке то, что на этом сервере все эти дома купили, блин, скупили. Но можно купить вот такой вот маленький домик. Мне кажется, варианта у нас другого нету, да, выбора нету. Хотя давай еще немного проедемся, возможно найдем. Но мне кажется, нифига не найдем, они у нас все заняты. Просто даже вот эти маленькие домики заняты, это жесть. Не, ну нам вот еще не хватало того, чтобы у нас вылетело, да? Блин, ну в принципе нам повезло. Нас заспавнило на спавне Лос-Сантоса. Сейчас, короче, собираем свой велосипед и мчим за нашей машиной. Че думаешь, там маленький домик все-таки покупать или сейчас в другом каком-то городе давай поискать? Давай в другом, что-то посмотрим. Какие еще дома есть? В Сан-Фьеры есть вообще дома у моря. Я просто хочу, типа, такой дом богатенький, чтобы выглядел, чтобы, типа, под ее образ. Ну тут видишь, в чем проблема? То, что тут практически все дома скуплены, я в шоке с этого. Так, ну все, короче, мы пригнали, вот она наша ласточка. И что в итоге решаем?
Какой-то богатенький дом найти нужно, да? Ну, я думаю, в Сан-Фьерро сейчас отправимся, там по-любому что-нибудь себе присмотрим. Ну, просто дом на дереве, но он не подходит для ее образа. Хоть он классный, но он не подходит. Но он красивый, прям бомбовый. Хотя я не удивлюсь, если на этом сервере все дома на дереве заняты. Давай ради интереса сейчас даже заедем, как бы проверим. А, нет, есть свободные. Но это ничего не значит, да? Давай здесь, ладно. Все-таки дом на дереве покупаем? Да. Ты же помнишь то, что он 1 миллион там стоит? Ну, он, кстати, вот как раз-таки дорогой дом, потому что те дома стоят 300-400. Ну, класс. Ну да, и дом на дереве стоит миллион, но прикол в том, то, что его не нужно прокачивать, то есть он сразу прокачан, у вас не хватает средств. А, мне нужно конвертировать сейчас валюту. 1000 рублей конвертируем, получаем мы сколько? Лям 200. Отлично, приобретаем себе домик, все, кайф. Давай сейчас сразу запрыгнем в тачку, ее тут запаркуем. Ну, как бы домик у нас есть, машина у нас есть, но на донате сколько сейчас остается? 1 500 000. Можно попробовать какие-то номера на тачку выбить. Давай. Переходим, короче, в донейт, номера на автомобиль. Изменить номер личного транспорта и давай вот приблизительно, что хочешь. Ну-ка, МК-3 семерки 1500 стоит. Или МК-3 тройки на нее. Нет, давай 3 семерки. Окей, все, приобретаем. И как бы у нас теперь нифиговые такие номера. Кстати, странно, да, то, что они не заняты были. Угу. Я думал то, что они будут заняты. И в итоге сколько у нас тут осталось? Ничего. 6 рублей. Эй, их обязательно нужно сейчас взять, конвертировать в игровую валюту и получить 7200 бачей сюдемс. Ну, вот... я думаю, все. Думаешь, все? Но в итоге у нас на балике осталось 250 тысяч. У нас есть дом на дереве, у нас есть прекрасные BMW, у нас есть прекрасные номера, ну а также самое главное, это складной велосипед. Мне кажется, аккаунт за 5000 получился реально довольно-таки мажорный. Жорсткий, интересный. Что вы вообще думаете? Напишите в комментариях и напишите, на что бы вы потратили эти бабки. Ну а на этом у нас все. Всем пока.